Добрый день, я покажу вам наш завод по производству масок. Компания медицинского оборудования Sui Zhou является дочерней группой ZTVC и наши маски бренда McCarry. Сейчас я нахожусь в стерильной лаборатории, где мы проводим анализы и исследования. Через окна проходят стерильные производственные линии. Всего у нас 20 производственных линий. Здесь все работники должны сменить асептическую одежду, вымыть и продезинфицировать руки, прежде чем попасть в цех. Это часть рабочего блока для KN95 на всей производственной линии. У нас есть 10 таких линий в цехах номер 1 и номер 2. Они могут производить 300 тысяч штук в день. Вот линия по производству одноразовых масок. В нее входит защитная, медицинская и хирургическая марка. Здесь можно производить 1 миллион в день. Наши сотрудники работают в 3 смены каждый день, 8 часов каждую смену. Мы каждый день усердно работаем здесь, надеюсь, что это поможет в борьбе с глобальной эпидемией. Наши маски KN95 прошли европейские испытания уровня FFP2 лаборатории BSI. Одноразовые маски прошли европейскую сертификацию C. Это стерилизатор световых волн. После того, как маска стерилизована, она дальше проходит следующий процесс упаковки. Каждая партия масок должна быть доставлена после прохождения проб отбора. Мы гарантируем, что каждая маска соответствует стандартам во всех аспектах.